Для приготовления шашлыка в домашних условиях я взяла свиной окорок 1,5 кг. Он со шкуркой, шкурку мы срезать не будем, а косточку мы вырежем. Она пригодится на бульон в дальнейшем. Вы можете взять любое другое мясо, которое вы любите. Нам также нужно будет 3 луковицы, базилик, смесь круглого перца и соль. Мясо я помыла, из него вырезала кость. Оно готово для мариновки. Мариновать мы будем в луке и базилике. Ничего другого при мариновке мы сейчас использовать не будем. 3 большие луковицы я порезала. Половину оставила на досточке. Вторую половину лука поместила в контейнере. Сверху присыпала базиликом. Я использую сухой базилик. Сейчас мы дальше будем мариновать мясо в данном контейнере. Мясо мы натерли с одной стороны смесью лука и базилика и положили в контейнер. Вот таким вот образом оно получается, все лежит вот так вот в луке и базилике. Сейчас будем обрабатывать верх. Натерли мясо сверху и положили оставшийся лук с базиликом. Не надо добавлять соль при мариновке мяса. Закрываем мясо и ставим его в холодное место, в холодильник. Или можно вынести на балкон, если температура на балконе будет не ниже плюс 1 и не выше плюс 7 градусов по Цельсию. Мясо должно мариноваться не менее 12 часов. Я мариную примерно 20 часов. Прошло 20 часов, как мы поставили мясо мариноваться. Сейчас его надо очистить от лука и подготовить для приготовления шашлыка. Мясо мы максимально очистили от лука с двух сторон. Теперь нам надо его посолить по вкусу и поперчить. Перец, горошек я пересыпала в мельницу и буду перчить из мельницы. Подготавливаем духовку для приготовления шашлыка. Посередине мы ставим решетку, на которую будем выкладывать мясо. Вниз ставим противень, на который будет капать жир с мяса. Замаринованное мясо мы посолили и поперчили с двух сторон. Шашлык готовим в духовке при температуре 220 градусов Цельсия в течение 35-40 минут. Мясо мы достали из духовки, оно готовилось 35 минут. Теперь его можно будет разрезать и кушать.